Что мне снег? Ставропольская зима продолжает радовать ясными морозными деньками. Но и в это время продолжается очистка краевого центра от снега. Виктория Середа о тех, кто круглосуточно трудится на ставропольских дорогах. Андрей Самарин первый год работает дорожником. К делу он подходит со всем энтузиазмом и ответственностью. Вооружившись лопатой, Андрей вместе с коллегами ловко очищает улицу Доваторцев от снега. Если снег идет, то мы, конечно, чистим дороги. Раньше, чтобы дороги были чистые в Ставрополе. С наступлением холодов специализированные службы трудятся в усиленном режиме. В сильный снегопад на передовую выходят все сотрудники и уборочная техника. С наступлением холодов уборка осуществляется в ежедневном, круглосуточном, я бы сказал, период. Постоянно работают люди, техника, вывоз снега осуществляется на полигон ЯР. И днем, и ночью уборка идет полным ходом. Организована работа по сменам. От снега очищают не только проезжую часть, но и остановочные пункты. Все службы города были задействованы в круглосуточном. Ночная смена, дневная смена. Все дороги в городе производилась на всех дорогах. Очистка, посыпка. Также есть поручение главы администрации о том, чтобы вывоз снега, в первую очередь с остановочных павильонов, производился незамедлительно, не дожидаясь окончания осадков, что и было организовано. Ну и, конечно же, привести краевую столицу в надлежащий вид помогают неравнодушные горожане. Вот, пользуясь случаем, выразить признательность всем руководителям, персоналу, предприятиям, особенно строительным, которые оказывали и оказывают до сих пор помощь по вывозу снега. Потому что в основном вся техника, которая задействована на вывоз, она привлеченная. И в большей степени где-то на безвозмездной основе, поэтому люди откликаются, понимают и помогают городу привести его в надлежащий вид. И пусть пока зима на Ставрополье нас радует ясными деньками, дорожные рабочие держатся всегда на чеку, обеспечивая комфортное передвижение и водителям, и пешеходам. Виктория Середа, Алиса Вартазарян, Валерий Сизоненко, Ставропольское телевидение.